Хорошее впечатление, хорошо команда играла. То, что план на игру работал, это было и по первому тайму видно. Заставили соперника перестроить другую схему, потому что ничего не получалось Оренбурга. Поэтому доволен самоотдачей и содержанием игры. Хорошее содержание. Вот во втором тайме вот эти два пенальти, конечно, есть вопросы. Закончился первый круг, я, по-моему, ни разу на пресс-конференции в эту сторону никогда ничего не говорил. Судьи они, люди они, свойственно ошибаться, но это чересчур. То, что сейчас посмотрели, особенно первый пенальти, ну, вообще, если там и было нарушение, ну, за штрафной, если посчитал. Почему он с паузой тогда делает свисток? Я думаю, что, наверное, сейчас посмотрит, там немножко он поймет, что ошибся. Это ключевое. Я считаю, что если Оренбург не может забить, давайте мы поможем. Вопросов нет, каждый решает свои задачи. Это нормальное явление. По второму то же самое. Игрок выбивает мяч на крик. Я думаю, что судейский комитет и во главе с португальцем, я думаю, разберут эти 11-метровые. Нельзя так, когда 10 часов летишь, и сейчас обратно лететь, и тебя просто, как говорится, вот за счет этих пенальти. Ну, бог ему судья. А то, что команда здорово играла, вопросов нет. Доволен. Ну, это футбол, это в одном темпе ты не можешь. Все 45 минут или там 90. Это и Киевская Динамо. Мои годы не могу так прессинговать и высоко подниматься, прессинг высокий. То есть, поэтому понятно, начало было то, что договаривались. Потом, естественно, где-то пауза, потом снова включились. Поэтому в целом и физически команда готова, да, и в игровом плане. Получал удовольствие, действительно. Играли, созидали, не боялись. Что бояться, кто это, Оренбург? Что бояться? Ну, на первом месте там что, три ноги, четыре руки, что ли? Поэтому в этом плане тоже психологическом команда готова была. И играли, играли на победу. Но, скажем так, это уже не претензии ко мне, к ребятам, к сожалению. Есть такие моменты. Поэтому мне будет интересно, вот, как отреагируют и судейский комитет, ну, и инспектор матча. Какую оценку получит судья.